Друзья, всем привет! 27 января мы пришли на дачу посмотреть, как у нас тут дела. Мы сейчас по соседям прогуляемся. Это клубни ириса. Смотрите, уже взошли ирисы. У соседей у наших цветочки растут. Все, у всех все чистенько, ухожено. Розы. Розы обстрижены. Так, что там у других соседей? Тоже все подготовлено к отдыху. Ну, давайте пойдем на нашу дачу. Видите, какая у нас зима. Чуть-чуть морозец есть. Чувствую, что трава морозная, хрустит под ногами. Так, что у нас тут? Что-нибудь вообще растет в нашем огороде? Подмерзли. Они распускаются и подмерзают зимой, значит. О, зимой. Ночью. Ага, ирисы наши тоже вон вылезли и подмерзают. Вылазят и подмерзают. Так, ладно. Лавандочка стоит. Ничего нет. О, прудик какой. Страшненький. Ага, он во льду пруд-то. Это лед. Ну-ка. Точно, это все лед. Хороший лед. Не надо, там у нас этот наш ихтиандр живет. Наш тритончик, да. Угу. Здесь вот тоже ирисы поднимаются. Вот. Там тоже. Странно, сколько я их не закапывала. Они все равно, эти клубни, вылазят наружу. Видимо, они по натуре такие. Из-за воды они точно. Так. Ну, крот здесь не гулял. Не видно, чтоб работал. Так, здесь у нас тоже все отдыхает. Все наши растения. Так. Смотрите, это иней. А, камыши как сломались. Не выдержали, видать. У нас ветра были сильные, морозы. Не сильные, конечно, не как в России. Вот. Тут. О! Мамочки, родный чеснок-то у нас какой вырос. Я так и знала, что он взойдет опять заново. Ну вот, это когда мы садили его в ноябре. В январе у нас вырос чеснок. Так, чеснок. Теперь что еще? Лук тут сходит. Я в шоке. Так, ну это у нас цветы. Это у нас... колокольчики какие-то. А это тоже цветы там сходят. А, это и тюльпаны. Это тюльпаны взошли. 27 января. Так. Тоже у меня еще тоже тюльпаны были. Тоже всходят, зашли. Так, это... Ой, это синие у меня. Скажите мне, васильки. А вон там. Вон там тюльпаны. Уже посходили, причем очень, вон они, смотрите. Ай-яй-яй. Так, петрушка, пожалуйста, свеженькая петрушечка, чеснок,
И тюльпанчики. И тюльпанчики. Вот. Кто не видит тюльпаны? Кто не видит петрушечка? Свежая петрушечка. Свежий чеснок. Так, что у нас здесь? Малина тоже повылазила. Малинка, ну, подмерзла, сразу вылезла. Так, здесь у нас... Ага, тут даже этот, как он называется-то, кислый этот щавель. Чё их? Не может быть, чтоб улитки его съели. Да чё, неужели улитки его едят? Или кто-то другой? Окей. Так. Это у нас смородина. Но почки еще вроде не набухают. Угу. На смородине. Ясно. Ну, вот такие дела, друзья. У нас на даче весело. Даже не ожидала, что так будет. Ладненько. Всем пока и до новых встреч.